Құрметті достар, сіздерді жаңа жылмен құттықтағым келеді. Тек қана денсаулық пен бақыт, қуаныш тілегім келеді. Аман сау болайық. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам всего самого наилучшего. И, конечно, самое главное, крепкого здоровья. Пусть все хорошее будет нас ждать впереди, а все, что нас огорчало, останется в этом году. И разрешите в честь этого чудесного праздника прочитать прекрасные, восхитительные стихи Виолины Бершадской из сборника стихов «Димаш». «Опять метель». Поет Димаш. Опять метель. И снегопад в голубизне, в сугробе утонула ель. Вдруг голос, внемлющий судьбе, искрятся легкие снежинки, переливая танец в звук, а их застывшие слезинки касаются красивых рук. Знакомый голос, как гипноз, так сладко сковывает душу. Мы в светлой сказке, где мороз метелью равновесие рушит. В картине зимней немоты смешались звуки бдений прошлых. Туманится метель судьбы, и уж сценарий запорошен. А голос утешает нас, он лаской обезболит душу. К финалу движется рассказ, а хочется все слушать, слушать. Печаль и снежной суеты, сплетение белой орхидеи, необычайной красоты, звучание голосов Орфея. Зарығып тосуың мен келемен, қар басып пүшірген жатыр шол. Сол жүрденді қайта шолығамыз ба деп ем. Сен жоқсың қайта созамын ғой. Аяз қарып жаурайды жан жүрегім мұздайды. Аяз қарып жүрегім сені сүйді, жаным қайда. Мен өзіңді сүйдім, ұнаттым. Кеш жолықтық, неге бірақтым. Қимасақ та қанша бал сезімді бастым бұл. Өмірден де өтеді жаным. Аяу жүрегім сені сүйді, жаным қайда.
жарап, жаурайды жан жүрегім осайда. All I want on Christmas.